Здравствуйте, друзья. Дай 10 копеек. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Здравствуйте, друзья. Скажите, кто из вас хочет заработать 3000 долларов? Кто хочет, продолжайте слушать мое видео. Я расскажу, как это возможно на этом сайте и насколько это легко. Кто не верит, ну, пускай, как говорится, идут дальше. Сайт просто бомба, если будет то, что они говорят. 25 долларов в час за просмотр рекламы на этом сайте. То есть сайт откроется 4 июля. И здесь смогут работать люди от 21 человека и старше. Поэтому кому младше, то есть того даже не приглашайте, потому что не сможет работать. Одна регистрация с одного человека, поэтому не пытайтесь сделать несколько, чтобы, скажем, с нескольких регистраций, потому что вы потеряете то, что у вас будет, как говорится. Теперь, что здесь нам предлагается? То есть здесь предлагается очень хорошие, щедрые комиссионные. То есть каждый приглашенный нами человек, если он зарабатывает 25 долларов, мы с него получаем 5 долларов. Поэтому посчитайте, то есть если у вас будет, к примеру, 10 партнеров, и с него вы зарабатываете 5 долларов в час, если он зарабатывает по максимуму, то есть максимум это 10 часов в неделю можно, то есть у вас будет 500 долларов в неделю от 10 партнеров. То есть я здесь беру 10 партнеров. 10 партнеров на 5 это 50 долларов. 50 долларов умноженное. То есть это 10 часов в неделю. То есть 10 партнеров, а здесь 10 часов. Поэтому в неделю 500 долларов умножено на 4 недели. Получается 2000 долларов в месяц. Можете сами посчитать, если я где-то ошибся, но я не ошибся. Теперь считаем то, что мы сами можем заработать. То есть 25 часов. 25 долларов в час стоит. В неделю максимум можно заработать 10 часов. Получается 250 долларов в неделю. Умножить на 4 недели, это будет 1000 долларов. Теперь 1000 ваша, 2000 вот 10 рефералов, и вот 3000 долларов. То есть, в принципе, я думаю, очень реально. 10 людей пригласили, надежно, которые будут работать, которые хотят зарабатывать 1000 долларов, и у вас будет еще 2000 от них. К примеру, кто хочет больше, приглашайте 100 людей, и у вас будет 20 тысяч долларов в месяц. Условия просто сказка, если все так будет, как они говорят. Для того, чтобы это было, должно быть хотя бы 50 тысяч человек в компании. Думаю, до 4 июля этот минимум будет набран, потому что вчера я сделал регистрацию ночью, в 3 часа ночи. Сейчас у нас 3 часа дня. За полдня еще столько же зарегистрировал, сколько когда было я. То есть у меня был номер 1361, сейчас за мной уже еще 1300 людей где-то. То есть удвоилось. А за день там может быть еще столько же. Теперь, что тут я еще показал? Я показал это только от прямых. То есть вот то, что я говорил. Давайте переведем. Все это есть ниже. Я это ничего не сочиняю. Можете прочесть внимательно. Здесь перевод, правда, не очень точный, но смысл они что хотят сделать? Они хотят сделать сайт, похожий на YouTube, просто чисто рекламный. То есть, где будут приходить рекламодатели, размещать свои ролики за деньги, конечно, и мы за это будем получать деньги. Потому что YouTube, там много видео, мы смотрим, и за это ничего не получаем. За это зарабатывает только Google. То есть он размещает внизу рекламу, если кто-то там кликает. Здесь же пошли это обратно. То есть рекламодатели будут размещать ролики, мы будем смотреть, поэтому вначале будет меньше часов. Вот здесь написано 10 часов в неделю. Давать комментарии по рекламе, что там еще. То есть надо будет делать телевизионных программ, пилотных, триллеров, фильмов и все такое, что здесь будет. Идея, где здесь написано про 5 долларов, вот здесь. Вы будете вознаграждены
за это, получив $5 за каждого $5, что они заработают, ваши приглашенные. Это первый бонус, это от прямых. А теперь смотрите, еще есть бонус вот структура. Дополнительно $1 вот здесь. Дополнительно $1 для каждого человека до 10, тут перевод просто грубый, до 10 уровня рефералов. Это что означает? Что если у вас, скажем, я просто пример здесь посчитал ниже, первом уровне 10 людей, они также 10 людей пригласили, у вас во втором уровне будет 100 людей. Если вы пригласите, то есть они продолжают приглашать второй уровень, еще по 10, скажем, в третьем уровне уже 1000 людей, и так далее, до 10 уровня там могут быть десятки тысяч людей. Это я вариант идеальный, пока по 10. Но если по 2, по 3, все равно там 1000 могут быть, потому что, как пример, можно взять VIP-тим, сайт, где я зарегистрирован. У меня в 10 уровнях там 11 тысяч людей. То есть посчитайте, 11 тысяч людей с каждого по доллару. Это 11 тысяч долларов. Это в час. С часа заработано. А если там будет... Просто суммы получаются бешеные. Поэтому, кто хочет хороший доход создать, сейчас не думая долго, просто берем и делаем регистрацию. А там уже будет видно 4 июля, что и как. Потому что регистрация бесплатная. И, конечно, сначала будут не максимальные объемы доходов. К примеру, там может быть только в 4 часа в месяц, скажем, а не 40 часов. То есть, к примеру, я сказал, что здесь $25 за неделю, скажем, мы зарабатываем. За 4 недели у нас, скажем, к примеру, $100. И из 10 рефералов, естественно, у вас будет $200. В сумме $300. Но если у вас $100, 100 партнеров, то, скажем, это может быть 2000. То есть вначале будет поменьше доход, потому что сайт только будет раскручиваться. И постепенно, когда здесь будет уже, может, миллионы людей, будет больше рекламы, будет больше доход. Поэтому, чтобы ваши партнеры, с которыми вы работаете в других проектах, не оказались у других партнеров, сейчас просто берите, делайте регистрацию на этом сайте. И сразу же говорю, я в другом видео говорил, что ссылки надо самому создавать. Ссылка приходит, на самом деле, реферально на почту, которую вы указали при регистрации. Просто регистрация простая. Еще раз покажу. То есть имя, фамилия, все на латинице. E-mail пишите, здесь username, логин как бы свой создаете. Пароль. Здесь повторяете сразу логин. Выбираете страну и регистрация. Я уже сделал регистрацию. Покажу вам еще раз, сколько людей уже за мной зарегистрировано. Чтобы не думали, что я говорю, что нереально. Вот. Вот смотрите, я зарегистрирован под номером 1361. И вот здесь, где лифт, это люди, которые за мной, внизу уже, потому что здесь бинар, зарегистрирован. Их уже 1432 человек. Это, как говорил, то есть вы можете вчера, я делал видео, посмотреть в том видео, там тоже было 1377, первый реферал, position подо мной. И что-то означает непонятно, но увидите, что там была другая цифра. Там было 2, 3 или 20 или 26. Сколько там было? Для сравнения, то есть можете сверить. В принципе, тут ничего не придумаю. И вот здесь как бы информация тех, кого вы пригласили. То есть, люди как бы регистрируются по чуть-чуть. 22 человека уже за полдня. То есть, я думаю, это реально. 100 людей пригласите заработать.
принципе, действуйте, что я хотел сказать. А дальше уже будут другие видео, посмотрим, что и как. Не забывайте также подписываться на мой канал, кто впервые смотрит мои видео, чтобы быть в курсе всех новостей или добавлений, которые будут с моей стороны. Всего хорошего, удачи!